Вот один дот, второй, третий, четвертый. Поехали посмотрим. Спрашивают. Она подключена. Смотри, сейчас током долбанет, Макс. Вот Валера, кто спрашивал, нашелся, есть он. Там ретро-видео с Валерой я выложил последние дни. Не снимай меня. Да куда не снимай, я тебя буду все время снимать. Все, поехали. Тебя же не было сколько лет, ты ж пропускал, теперь за прогулы надо. Говорю, стоим, стоим, поехали. Подожди, мы едем аж туда в конец? Не. Едем к доту? Не. Тут недалеко. Поехали к доту. Авиатранспортабельные десантируем. Да. А все в стоке ж, да? Ну, шноркель и... А, шноркель есть? Авторезина. Ну, и в стандартном размере. Да, ему ничего не рассказывай. Вот это с этим будь осторожен, это самое опасное. Когда он тебе говорит, поворачивай сюда, сразу едь в другую сторону. Серьезно, я тебе говорю. Ну, утром же ты видел, что он куда загнал людей? Валера наш рулевой. Сейчас. Бородач дома. Почкует. Так, мне... Желательно за Сэмом. У Макса фаркоп. У Сэма, правда, тоже. Даже третью включил. Доехали до асфальта. Да, такой нормальный комплекс тут. Не помню, когда-то летом проезжали вроде, но летом все по-другому выглядит, не все видно. Ну, вот видите, уже начинают листики появляться первые. Неделя с такой погодой будет все зеленое. Да, гольф-поле знатное, ничего не скажешь. Кому надо земля, 12 соток продают, вот телефон 467-13-33. Нормальный Бентли. Кроссовер. 301. Серый внедорожник. Так, Валера что-то запетлял. Супермаркет или что это? А, нет, тир написано. Такие интересные места. Да, хорошие тут места. Какими-то улочками едем пока. Валера на навигаторе. Едем к доту. Дот тут есть тоже. Сейчас посмотрим. Мы, я тут дот не помню, ну, не, по крайней мере, не были мы здесь. Ездили много, но к доту не заезжали. Блин, как хорошо, что мы все-таки вырвались из этой реальности, чуть выехали немножко, чтобы отдохнула голова от этого информационного прессинга. Не, ну, все правильно, информация должна быть, чтобы люди понимали, что происходит, и как можно больше. Помимо информации нужны действия какие-то. Будем надеяться, в общем, больше ничего не остается, в принципе. Не голодают тут люди, судя по домам. Валера заблудился, похоже. Так, доехали до дороги побольше. В общем, едем по асфальту из-за того, что пытаемся найти дот. Ну, а дороги ведут к нему такие пока. Да, уже листики вон есть. Село Лесники выехали, это мы в нем были. Нормальная такая колонна у нас сегодня получилась. Девушка шла, чуть под колеса не падала по вот этому маленькому тротуарчику. В маске и полностью синяя, но зато в маске. Это жесть вообще. Ну, там нереально было успеть включить камеру. Куда-то мы в тупике, похоже.
Да, вот это забор. Обратите внимание. Стоимость одного забора, то есть просто не надо ничего. Дорога, да? Не надо ничего говорить. Ага. Даже не важно, что там за. Ну, можно себе понять, что там за. Такой маеток на несколько тысяч квадратов, наверное. Что, интересная пока туха. Валера. Валера поехал. Вот еще тут строят. Что-то недостроенное, да. Кто-то размахнулся неплохо. Бетон вот вылили. Смотрите, какая арочка. Охренеть вообще. Покатуха по недостроям Киевской области. По сиротским недостроям. Смотрите, тут кто-то размахнулся неплохо. Ну что-то видно. Или в Ростов кто-то уехал, или непонятно. Так, ну продолжаем, в общем, по этому маршруту. Валера где-то в другую сторону поехал. Что, интересный маршрут такой, недостроями плюс сиротскими кварталами Киевской области. Красивые пейзажики. Летом будет лучше. Да и сейчас так выглядит ярко. Так, Гранд Чероки уже стоит с открытым капотом. Вот пейзажи. Да, какие у нас все-таки места шикарные. Что тут скажешь? Теперь не только недостроенные дома и недостроенные дороги есть еще в нашем сегодняшнем ассортименте. Интересно, куда она идет, сейчас посмотрим. Это ж куда-то тянут, тротуарчик такой сделали красивый. Какой-то коттеджный городок, наверное. Так, покатуха интересная, что там опять. Так, тут какие-то идут переговоры по рации, что не все смогут проехать. И что-то нас с шишигой выделили. Но меня понятно, что выделили, а шишига при чем тут? Сейчас посмотрим, что там происходит. Нормально? Надежно. Ого. Тут серьезный бездор. Шишига едет. Ну что там, пойдет дорога? Уже нет. Блин, а так хорошо начиналось. Да, там мне будет сложновато явно. Давай. Нормальная дорога, я понимаю. Ехали, ехали и приехали. Пониженную включи, пониженную. Крис, включи пониженную. Да я на пониженную. На пониженную? А что ты делаешь? А что так? А, прикольно. Ты тоже так будешь ехать? Да. Сказал я обреченно, да. Не, ну тут если ходом только. Крис, давай выложим как-то ровно эти булыжники, чтобы как была дорога. Зачем контент? Контент будет. Блин, что-то я очкую. Ему надо, чтобы эти колеи он стоит разрыв. А, да. Да. Широкие колесо и видишь. А Нива не могла проехать, теперь бы Нива проехала. У меня такие, как у тебя, колесико. У меня больше, мне кажется. Руслан, давай. Да что-то я очку. А то все поедут, никто тебя не вытащит. Да я тут не проеду, Крис. Какой забор, ты видел, Руслан? А, это забор? Да, интересно. Так, патрол. Стоковый.
Ниже ногу включил? Чуть левее можно, левее можно. Хватает патрулю клиренса. Крути в машине, Руслан. Да нет, ты не за... ты не проедешь. Заведу? Нет, как завести? Там противоугонка. Отпечатки надо? Да, там отпечаток пальца. Так, ну теперь маньяк Валера на Саньонге. Для внедорожника это тут не особо проблема. Понижение включаешь, потихоньку едешь. Вообще без напряга. Сейчас разровняют чуть-чуть мне дорогу. Клиренса немного. С этой точки, по крайней мере. Дороги близко. Черкезу вообще, наверное, не проблема тут. Красиво смотрится. Классический автомобиль. Всегда хорош. Сейчас он по своей траектории. Что-то я очкую. Попробуем ходом сейчас. Все в предвкушении заезда. Так, друзья, ну заехал, как ни странно. В принципе, при правильном алгоритме движения можно ехать. Плотная такая компания у нас. Хороший кадр.